Всем доброго дня. Прямо сейчас вы узнаете, кто стоит за событиями в Казахстане. Ведь для того, чтобы понять, кто стоит за этими событиями, нужно прежде всего задать вопрос. Кто от этого выиграет? Итак, информация с официального сайта inasmi.ru. Хурриет, Турция. Как мы должны смотреть на события в Казахстане? Хурриет. Наибольший выигрыш от беспорядков в Казахстане получили Путин и Токаев. Отправка миротворческого контингента по инициативе УДКБ в Казахстан является переломным моментом, в том числе во внутренней борьбе нынешнего президента Токаева за власть, сообщает Хурриет. Автор статьи предлагает подумать над тем, кому это выгодно. Он приходит к выводу, что мечты о тюркском мире пока неосуществимы. Если бы кто-то еще перед Новым годом выступил с пророчеством относительно событий, происходящих в Казахстане на прошлой неделе, то многие наверняка отнеслись бы к этому скептически. Казахстан на протяжении более чем 30 лет после распада Советского Союза в конце 1991 года считался важнейшим центром стабильности в Центральной Азии. Мы говорим о стране, которая имеет множество природных богатств, в том числе нефть, газ, золото, уран, в 3,5 раза превышает площадь Турции, простирается на огромной территории от берегов Каспийского моря до границ Китайской Народной Республики, но при этом обладает относительно небольшим населением, численностью около 19 миллионов человек. Конечно, понятие «стабильность» в Казахстане отождествлялось бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, который держал бразды правления в своих руках с 1991 года, то есть с момента обретения независимости. Назарбаев в 2019 году ушел на задний план, тем самым расчистил путь к власти одному из бывших премьер-министров, председателю Сената Касым Жомарту Токаеву. Однако модель управления в стране олицетворяла стабильность, которая отождествлялась опять же с именем Назарбаева, продолжавшего за кулисами держать бразды правления в своих руках в качестве председателя Совета Безопасности. Глядя на кадры того, как статуи Назарбаева падают на тротуары, а президентский дворец и государственные учреждения претерпевают серьезные разрушения, становится понятно, насколько обманчивой может быть картина стабильности. В результате этих событий погибли в общей сложности 164 человека. Около 2000 человек получили ранения и почти 8000 человек были задержаны. Как же стихийные протесты переросли в акции насилия? И самое главное, кому это выгодно и кто за этими акциями насилия стоит? На самом деле, на данном этапе нельзя сказать, что закулисье событий в Казахстане полностью раскрыто. Демонстрации, начавшиеся на западе Казахстана сразу после наступления Нового года в знак протеста против повышения цен на сжиженный газ и экономических условий, в скором времени перекинулись и на другие города страны, а также бывшую столицу Алмату. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что протесты, которые изначально на западе страны протекали в мирном ключе, в дальнейшем в других городах, прежде всего в Алма-Ате, приобрели иной характер. Судя по сообщениям New York Times со ссылкой на очевидцев, существует четкая разница между теми, кто начал протесты, и теми, склонными к насилию гражданскими группами, которые позже вышли на улицы. Кстати, еще один момент, который получил подтверждение и в социальных сетях, в прошлую среду, 5 января, когда вспыхнули акции протеста, полиция отступила. Эти и другие факты изображения с места событий породили мнение, что демонстрации, цель которых на начальном этапе ограничивалась протестом против повышения цен, в какой-то момент были использованы во внутреннем сведении счетов между кругами, управляющими Казахстаном. Вне всякого сомнения, нельзя игнорировать вероятность того, что на фоне распространения обстановки хаоса некоторые игроки и группы пожелали воспользоваться этими событиями. Токаев же характеризует произошедшее как попытку государственного переворота.
отмечая, что под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. По какой единой команде проявились религиозные радикалы, бандиты и хулиганы? В любом случае, чтобы понять, что именно произошло в Казахстане, нам нужно больше времени. Проявилась хрупкость стабильности. Разумеется, тот факт, что после задержания председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова по обвинению в государственной измене, Такаев также снял с должности двух его заместителей, словно подтверждает доводы о том, что наверху идет борьба за власть. При этом понятно, что Такаев в целях привлечь людей на свою сторону на фоне недовольства в отношении Назарбаева желает установить определенную дистанцию между бывшим лидером и своими кадрами, хотя фактически и сам произошел из той же системы. Важным итогом всех этих событий стало то, что они выявили хрупкость стабильности в Казахстане и в то же время приоткрыли завесу над имеющей широкое распространение в стране коррупцией. Неравенство в распределении доходов выступает в качестве одной из главных проблем в Казахстане. В стране со значительными природными богатствами народ испытывает серьезные экономические трудности. При этом правящая верхушка и их семьи обладают несметными капиталами, что в свою очередь играет серьезную роль в недовольстве системой со стороны народа. Особенно пристальное внимание обращено на материальное положение членов семьи Назарбаева. Например, чтобы увидеть размер состояния средней дочери Назарбаева, бизнесмена Динары Кулибаевой, достаточно заглянуть в знаменитый журнал Forbes. Сумму капиталов, которыми Динара Кулибаева владеет вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым, данный журнал оценивает в 3 миллиарда долларов. Эта картина наглядно показывает, в какой мере авторитарный режим, который не обладает демократической легитимностью и не существует, совершенно не чувствует ответственности за подотчетность перед обществом, может скатываться в произвол, в то время как Россия закрепляется в Центральной Азии. Очевидно, что еще раз будут предприниматься попытки поставить диагноз событиям в Казахстане, в том числе через призму того, какие игроки в конечном счете останутся в выигрыше. Судя по всему, на данном этапе стороной в наибольшем выигрыше выглядит российский лидер Владимир Путин. Такаев на фоне протестов попросил помощи у организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия и Казахстан. ОДКП по инициативе российского лидера Путина незамедлительно отправила в страну войска, преимущественно российские соединения. Этот шаг является одним из важнейших поворотных моментов процесса. Можно сказать, что таким образом Такаев во внутренней борьбе за власть заручился поддержкой России. Помимо России и Казахстана, другими членами этой организации, основанной после распада Советского Союза в 1992 году, являются Таджикистан, Киргизия, Армения и Белоруссия. Договор ОДКБ, как и договор НАТО, предусматривает, что в случае нападения на одного из членов организации другие участники придут ему на помощь. В этом отношении российский лидер Путин, отправляя войска в Казахстан, притворяет в жизни важную доктрину. Он показывает, что не будет безучастно наблюдать за нестабильностью, возникшей на заднем дворе, в Центральной Азии, которую Россия считает своей естественной зоной влияния или образования, идущими вразрез с ее интересами, и будет активно вмешиваться. Сигнал, данный Путиным на внеочередном заседании лидеров ОДКБ вчера, 10 января, «Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовать сценарий цветных революций», предельно ясен. То есть он считает Среднюю Азию своим домом. С этой точки зрения можно предположить, что Казахстан, который ранее пытался сохранять баланс между Западом и Россией, в обозримом будущем еще более явно займет место в зоне влияния России. В этой связи не стоит игнорировать и тот факт, что 20% населения Казахстана составляют русские. Если вспомнить тезисы о тюркском мире от Адриатики до Великой Китайской стены, которые воодушевленно выдвигались Турции в первые годы после распада Советского Союза,
Последние события в Казахстане приобретают особый смысл и с этой точки зрения. Мы видим, что, как сообщают во всяком случае и на СМИ, от этих событий, произошедших в Казахстане, явно выиграл Кремль. И также здесь написано, что, скорее всего, тот и замешан в этих событиях, в начале этих событий, заинтересован, кто в результате этих событий выигрывает. То есть зачинщик тот, кто в итоге побеждает. В любом случае, выводы делать только вам. Мы предоставляем статью с открытых источников. Всего доброго, мы будем следить за новостями.